Прием, прием, здорово всем, с вами Хелхьорд. Сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется Warhammer Boltgun. По-моему, так, 40 тысяч Boltgun. Я не фанат этой серии. Также мы записываемся вместе с VKPlay. И мне написали, что у меня кодировщик перегрузился. Но этого не может быть. Так что ладно, посмотрим. Давайте посмотрим, насколько это играбельно. Низкий, средний, высокий. Я поставлю низкий, потому что... Давайте средний, ладно. Прости. Вроде все нормально. По звуку, надеюсь, тоже более-менее. Игра стоит на HDD, возможно, подтормаживание. Но на SSD я ее не переставил, потому что только скачали, сразу в бой, сами понимаете. Возможно, будут долгие загрузки, возможно, нет. А возможно, как говорится, фиг его знает. И даже никакой полоски загрузки нету, ну как так? Да вот же, низко пал. Ну, я не виноват, что очень жесткие правила для количества минут просмотра. Я не виноват. Приходится выкручиваться всеми силами. Блин, как мы раньше на HDD-шках играли. То есть, сколько уже времени прошло, игра даже не попыталась загрузиться. На борту короны Грай ничто не тронутое хаосом не останется неоскверненным. Вы в распоряжении Орда Малиус. Ваше дело помочь мне в исследовании мира, который уже ощутил на себе влияние скверны. Грай находится под пристальным наблюдением Инквизиции со времен войны с мрачным черепом. Мир кузни пока почти бесполезен, но мы узнали о вызывающих беспокойство показателях энергии в окружающей системе. У меня есть определенные подозрения, хотя у нас не было времени, чтобы точно определить происхождение этих нечистых энергий. Грузились не так уж. Да, справедливо. Хотя большая часть планеты остается незатронутой. Я считаю, что нарушители закона внутри Adeptus Mechanicus, возможно, экспериментировали с уцелевшим осколком источника энергии Инквизитора Дрогана. Ваша задача — помочь мне найти осколок источника энергии. Я считаю эту угрозу чрезвычайно серьезной, ваше начальство сочло нужным отправить мне только вашу группу. Но без нормального войска мы должны молиться императору, чтобы ситуация не стала хуже. Честно, фантастический графический стиль. Сервочарик поможет вам. Инкомод — один из немногих освященных, оставшихся после чистки еретических архивов Дрогана. Вместе вы будете искать места, которые внезапно перестали выходить на связь. Всех, кто окажет вам сопротивление, можете считать еретиками. Не оставляйте их живых. Пока я продолжу свои исследования на борту короны, вы отправитесь в жилую зону, с которой мы потеряли связь несколько циклов назад. Исходите из того, что ситуация крайне опасна. Помните, мы не знаем, как далеко распространилась скверна архиврага. Блин, мне сегодня играть дадут или нет? Или мы будем всякие видосики смотреть? Вырезать это... да я не знаю, буду ли вырезать. Оно же ничего не выходит, к сожалению, на экран. Я чатик сюда не смог вывести. Так, на пока им удар. Это как старый Doom. Выглядит круто. Обработайте раны. На какую кнопку раны обрабатывать? Я не знаю, пойдемте. А, смотри, Q есть, это граната. На F это гигарывок. Аптечка поможет. Сюда, да я разберусь, камон. Неужели я не играл в такие игры в детстве? Сеттинг Warhammer, он для меня абсолютно не знаком, к сожалению. А что такое вы? А, просто удар. Я же могу и в милишке просто бахать. Почему нет?
Выглядит очень динамично, очень круто, очень драйвово, мне нравится. Скорее всего, я не смогу в это долго играть. Но, тем не менее, пиксели приятные. Нифига у меня шаги тяжелые. Попыток выйти в шатан. Да, Warhammer, да до сих пор многие очень-очень-очень любят это все. Я просто как-то в детстве пропустил это очень сильно. Поэтому вот и все. Они дадут какой-нибудь ган? Или я буду их чисто как нагибатор карать? Ключ нужен. Нет ключа. Плохо. Че это? Серьезно? Хотите заставить меня использовать обилки? Гига ключ взят. Блин, какие красивые пиксели. Серьезно. Лифт? Ну куда же без лифтов? О, новый ган. Что по звуку? Скажите громче, тише. Мне кажется, со звуком все очень сомнительно. Тьфу, я даже урон не получаю. Я... Проблема в том, ну я постараюсь это вывести в ближайшем будущем. У меня нет возможности вывести вообще чат. То есть я, конечно, могу попробовать сделать его отдельным окном. Но нет, к сожалению, это не так работает. Не получится. Громковатая игра. Сейчас потише сделаем, благодарю. Эффекты очень громкие. Так получше, надеюсь. Походу разрывными шмаляет. Здорово. Ожидаемо здесь не просто так аптечка лежит. Видишь, сколько лута дают. Ну, без шуток, очень неплохой шутан. Я вообще не фанат, не ценитель шутанов. Но даже мне нравится. Наверное, еще чуть-чуть потише. Надо жутко громкие эффекты. Может быть, просто здесь попробовать аудио, громкость эффектов на порядок снизить. На притягивательной штуке, нифига себе. Выглядит красиво. А куда дальше? Наверное, к черепку. Мистер Черепок, куда нам идти? Я бы очень был не против. Никаких взаимодействий нет. Что-то мне показывает? Или он просто летает, как дурачок? Два дурачка сошлись и не знают, что делать. Может быть, я отсюда пришел, я не уверен. На один выход используйте я. Все, что ли? Мне просто нужно найти любой чат, в котором будет ВК-плей работать. Почему до сих пор Donation Alert не починил этот косяк, я не знаю. Обнаружено оборонительное сооружение жилой зоны. Метод использования еретический. Осторожнее. Пошли, да, все, дело сделано. Ну, на удивление, очень неплохо играется. То есть, супер динамично, супер экшоново, супер драйвово. Вид имеет определенно. Следующее. Она еще. А, она скачалась. Ну, хотя бы 20 минуток гватарь сделаем. Блин, теперь у меня чат отвалился. Ну что ж ты за негодный платформа, а? Ладно, разберусь потом когда-нибудь.
Сейчас хотя бы чуть-чуть надо проиграть. Последующая игра будет Hall of Tournaments. Как вам такой план? Гигаплан. Тыщ. Дело сделано. Кто? Снизу кто-то? Ты не хочешь стрелять, дядя? Ты свинолюди. Или кто это вообще такие? Тупо убивака. Из моих подписок прикольная по антуражу Duke Nukem. Да, вот эти вот старые ольдскульные шутерки, которые я почти не играл. Но я вообще не знаком со вселенной, к сожалению, от слова совсем. Но это нам не мешает играть во всякие разные игры. А это они так долго разваливались, нифига себе. Отчисление, протокол обыска. Где ключ? Where is ключ? Бьяч. Секрет был очевидно. Или же нет? Ну, со вселенной Бабадзаки что немножечко знаком. Чуть-чуть совсем, конечно, но вот минимальнейшее представление имею. По крайней мере, хочу в это думать, хочу в это верить. Давай, активируй. Космодесантник — это кто-то крутой? Он не такой крутой, как я. Тактическую гранату кинул. Я гений. Непризнанный гений. А ради чего я сюда пришел? Чтобы навалить ему по жопе. Могу за лор персонажей рассказать. Про ведьму Зули, например, могу рассказать. Про скитальца Альву, или как он назывался. Про Рейми, про дымного рыцаря, про Вельстата, про Вендрика немножко. Я много видосов смотрел. Правда, правда. Я ж, правда, многое забыл. Возможно, придется восстанавливать фрагменты в памяти. Ой, про Лоскутика плохо расскажу, он мне никогда не нравился. Считал его псом. Граната убивает. Не дурно прям. Так, я в тупике. Нет, я не в тупике. Что ж ты выбрал посильную сложность? Блин, гранаты кончились. Оу, щит, мэн. Они друг с другом, что ли, дерутся? А зачем? Ради чего, мистер Андерсон? Если здесь хэд-дамаг. Супер секрет сюда. Вроде дело сделано, я какой-то гигамощный стал. Просто аннигиляторная пушка. Оси ты богов. Господи, ну и сложные слова тут. Просто превратился в какую-то аннигиляторную пушку. И чё? Какую-то гигапушку нашел. Понятно. Значит, надо все, наверное, двинуть. Одна из четырех. Велико вероятно. Бесконечная стамина выглядит очень круто.
Ого. Что-то Мортис, что-то я кого-то удалил, по-моему. Непонятно абсолютно. Куда идти? Может, какой-нибудь цели указатель мне будет? Этот жал, может, там еще две все-таки осталось? Нет, вы знаете, ни с чем взаимодействовать нельзя. Тем нету. Карта, может быть, задание, журнал заданий тоже нету. Пойдем, наверное. А, вот сюда. Что это такое? Перхилка это. Медицинский набор. У нас фул. Секреты нашел. Какой-то нифига не секретный секрет. Куда идти? Непонятно. Существа, поклоняющиеся богам хаоса. Хорн, сланиш, нагл, карный, цветную гамму, зеленый сланиш. Офигеть! Ну и познание. Я к такому явно не готов. Я буду честен. Но за информацию благодарю. По-моему, слишком мощный для этих работяг. У них вообще есть хотя бы какой-то шанс мне противостоять? Просто аннигиляторная пушка. Теперь знаю. Я забуду тут же. Не сомневайтесь. Цветам их успеваю различать. Нормальная бочка впитал. Шикарно. Максимум дамаги. А что-нибудь надо нажать? Вроде бы нет. Цвет крови, да, одинаковый. Вообще, я эколог, и жаб не должен убивать. Видимо, эти жабы многое себе позволяют. Они руки поднимают, типа сдаются, я их убиваю. Ну что за человек-то, а? Походу гранатой обосрался очень сильно. Фига у нее язык длинный. Ничего, жаб, все, понял. Их тут это очевидно была бомба, граната, я на нее попался. Поехали, папаня. Биологическое оружие как-то нелогично. Как же они красиво аннигилируются. Просто пушка.
куда идти. Небольшое затруднение испытываю. Это бункер? Или около того? Блин, у меня проблема, куда идти. Причем, что печально, не шуточные проблемы. Оттуда пришел? Наверное, вон направо. Все, понял. Не такие уж и проблемы получаются. Все. Ну, давайте тогда на этом закончим. Буду очень рад почитать ваши комментарии. Много всем благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играть в хорошие игры. Вот можете везде подписаться. Отписаться я буду безмерно благодарен. Всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем Бусти. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на Ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.